Hey, ребят, всем привет, с вами Толя Кратос. Сегодня у нас будет ролик, он будет посвящен аурам, то есть я буду химичить, там что-то делать с аурами. Короче, а перед началом ролика хотел бы я вам сказать, то есть кто найдет это вот деревце здоровое, и там будет написано кое-что, кое-какие слова, вот такие вот. Тут был Кратос, 19 число, отпишись, 20 тысяч бонусов, молодец, что нащёльно, это специально написал. Короче, кто найдет такое вот дерево, это ровно 2500 от спавна, то есть приват есть, все есть, кто найдет, отпишется мне, то есть заскринит именно время. Ну, знаете, то есть зайдут какие-то игроки, да, найдут тоже такое дерево, и, в принципе, это все первым найдут. Короче, время нужно. Либо, знаете, либо табличку поставьте тупо тут и заплевайте, тоже, в принципе. Ну, я думаю, на сервере я буду, поэтому я это увижу, и, в принципе, вот. Будет у нас теперь такой конкурс на перед видео обычным. И вот все. И переходим мы к нашему видосику. Hey, ребят, всем привет, с вами Толя Кратос. Сегодня у нас будет тестовый такой ролик. Мы сегодня будем смотреть на ауры, то есть я буду с ними что-нибудь делать, то есть мы будем что-нибудь с ними тестить. Например, вот сейчас зловещий. Ох, мне еще аспекты надо изучить. Ну-ка, что там по таумкрафту? Так, ребят, ну вот у нас, в принципе, все аспекты изучены. В принципе, я там поделал всякую фигнюшку и, в общем-то, вот, все готово. Сейчас я звук поменьше сделаю, а то орёт у меня слишком сильно. На троечку. Даже чуть можно погромче. Нормально. В общем, мы сегодня будем производить такие небольшие тесты. Я сейчас буду ставить улучшенные вот эти вот фигнюшки, и мы будем с ними тестить. То есть, смотри, ставлю при этой ауру. К примеру, у нее там 11, 9, 16. Например, смотрите, 11. Нам надо одна, то есть, чтобы один у нас аспект был. Только один. Вот. 71 воздух. Итак, ну, например, если мы посчитаем по математическому способу, то есть, например, сколько у нас будет 70. То есть, нам нужен, например, 8 на 8, 64 будет. Получается, 8 аспектов будет. Но, да, 8 аспектов. Сейчас мы протестим это, посмотрим, я не знаю, получится у нас это или нет, красно. Это мой лично первый тест. Я еще не знаю, как все будет у нас происходить, то есть, правильно, неправильно мы сделали или нет. Все, в общем-то, она, допустим, загружается, и так мы вот видим эту ауру. В ней у нас находится 11 воздуха, 9 орда, 16 воздуха и 8 аспекта яда. Яд подразделяется на пердитио и воздух, и воду. То есть у нас будет дополняться вода в какой-то степени. Сейчас мы тоже ее преобразуем, посмотрим, что у нас выйдет из этого. А так вот они все всасывается. Было 11 воды, 0 пердитива и 8 этого яда. Яд будет работать у нас в самой ауре. Я это не знаю. Сейчас будем еще какие-то ауры делать, посмотрим. Ну вот, в принципе, как я и говорил, 8 у нас получается ровно воздуха. То есть я правильно посчитал. То есть моя методика работает. Хотя она, скорее всего, и все. Вся и все. Да. То есть они, наверное, знают многие. То есть смотрите, получается 1-1 будет 1 аура, то есть 2 на 2 это уже 4, 3 на 3 9, 4 на 4 16, то есть понятно. Надо 16 аспектов, чтобы у нас было по 4 аспекта вот этих вот главных, вот. Да, вот пердитио дополнилось, то есть смотрите, 11 на 11, 3 на 3, то есть воздух у нас не, ой, воды у нас не дополнилось, а вот пердитио у нас появилось. То есть 3 на 3 будет 9, а если 4 на 4, то будет 16. То есть у нас там было 8, получается, отравление, и у нас вода не добавилась. Это немножко фигово. Не знаю все-таки, как это у нас подразделяется вот именно с отравлением. То есть надо искать дополнительный аспект, например. 70. 59. Ну вот, допустим, тут эти инструменты. Но я не помню, что находится в инструментах. Ну-ка. Так, сейчас посмотрим. Я просто реально не помню. Помню то, что там орды находятся и что-то еще. Инструментом. Он. Опа-на. Ага. То есть, мне нужно сейчас изучить таум, да? Таумкрафт. Вот, в принципе, я все изучил. Итак, у нас там есть человек и орд. То есть, человек есть мозги и, получается, мозги собака. В собаке есть, получается, все аспекты, я так думаю. Мозги, огонь и
Спиртус. Спиртус есть земля, воздух и мортус. В мортусе есть... где мортус у меня? Вот. Ну, тоже земля, много земли. То есть получается у нас, можно сказать, топовая аура получается. Это я оставил, это я зачем-то оставил тоже. Вот, короче, эти я, пожалуй, разрушаю. Пофиг то, что мне взорванется сейчас. Это как бы все равно нам... Ёпта, не помешает, хотел сказать, но не помешает. Хотя, ну как, в принципе, ладно. Короче, убираю эту ауру и посмотрим у нас, что будет вот с этой вот аурой. Мне само уж интересно. 29 инструментов. Это будет у нас, получается, 29 орда. А то есть, получается, если мы делаем 5 на 5, то у нас получится 5 орда, нет? Если я не ошибаюсь. Воздух, земля и вода. Инструментом. Ладно, в принципе, будем сейчас искать еще какую-нибудь аур такую. Во! Это у нас, кажется, сейчас тоже топово будет. Там Мортус, это... Погоди. Эксанимус. Я не помню, что в Эксанимусе. Это бег. Бег и орда. А у нас не хватает чего? Все хватает. Ну-ка, сейчас тоже глянем, давайте-ка. Мне кажется, сейчас будет топовая аура тупо. Где красный? Вот красный. Посмотрим. А, кстати, как сделать все-таки топовую ауры? Многие не знают. Вот, находим два узла ауры и совмещаем их тупо вместе. Вот так, чтобы они стояли, они сейчас будут драться. Вот. То есть после этого становится какая-нибудь топовая аура. То есть, как будет одна аура, и все. И больше никакой ауры не будет. Ну, возможно, они будут не одни. То есть будет еще какая-то аура, но эта аура получается то, что... они драться не будут из-за того, что они одинаковые. То есть, как бы, им просто нет смысла драться из-за этого. Вот. И что же? О, нифига себе, аж целых... У нас фул получился, тупо фул. По всем аспектам. Получается, какие там у нас были? У нас был инструментум. Инструментум уже, получается, все... Офигеть. Все правильно посчитали. Я в шоке. Это фуловая аура. А это у нас тоже фуловая. Офигеть. То есть у нас получается зловещие ауры, это... Сейчас посмотрим, какие. Нет. А. Нет, там фигня, там у нас орда и... Так, мозги. Мозги и спиртус, ну-ка. Мозги, мозги есть. Огонь и спиртус, тоже есть спиртус, то есть будет в два раза больше. Это получается... земли. И вот, и земли, и воды будет. А вот не будет у нас только... А, погодите, мозги, мозги, вроде там есть... А, нет, то есть у нас получается воздуха совсем тут не будет, если я не ошибаюсь. Потом, что у нас тут получается? 65. Эксанимус, опять же. Не, эксанимус, он что-то много, поэтому лучше уберем. Вот, например, вот это вот, то есть мессинг и санус, дополнительный аспект. Воздух и пердитио получается. То есть получается там сана, в сана есть, так помню я, орда и виктус, да. То есть есть у нас земля и воздух, вода, 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 путаю. А мессинг у нас получается есть человек и херба. А в человеке есть, то есть фул аур опять же будет, смотрите. Там скорее всего будет фул аур, посмотрим. Эти я убираю, потому что они нам не нужны. Хотя возможно эту я оставлю, потому что она самая нормальная такая. Нет, сим взорвал, ну да ладно. В принципе вот. Ставлю, наверное, вот эти вот последний альянс. Альянс есть там. Тут у нас альянс. Альянс есть аурум. Это есть воздух, получается. Воздух у нас есть. Есть еще... Нифига себе. Топовая. Опять же топовая. Нифига себе. Топовая аура. Опять на 5. Все на 5 аспектов. Вот это шок. Это реально шок. Меня просто никогда... Запомните. Мессинг. Кстати, аура красивая. Есть еще несколько видов. Вот они дерут, смотрите. Например, какая? Вот эта топовая аура, да? Нет. Сейчас топов. Вот. Пока что... На все аспекты есть вот это вот, получается, вот, вот топовая аура. Тут уже на 1-8 аспектов будет 100%. То есть, фулл аура. Я надеюсь, я правильно объяснил вам, то есть, смотрите, например, о, увядающие, да? Там у нас что? Ох ты ж, нифига себе достаешь ты. Сколько, два блока? Ну-ка, интересно, сколько он будет доставать? Вот здесь вот будет доставать?
ёпта. Да, вот, все, достаю, все, понял. Че ты смотришь? Не смотри на меня, так грустно. Дальше тут Фамис там был. Получается, в Фамисе обычно находится... Надо поставить тоже сюда, чтобы преобразовывалась у нас аура. Тут у нас фул аура, тут у нас тоже фул аура, капец. Кстати, если мы разрушим все-таки преобразователь, то есть у нас все будет по нулю, то есть такие шансы, то есть есть небольшой шанс, что либо аспекты восстановятся до того, как они были, либо они тупо просто уйдут в ноль, то есть как бы исчезнут. Один из них может исчезнуть по-любому. Один исчезнет, а другие останутся, но опять же, что-то с ними не то в последнее время стало. Когда я Вайпа 2 назад делал то же самое, то у меня было все нормально. То есть они обратно возвращались. А сейчас они либо пропадают, либо становятся меньше. То есть у нас, получается, было много, насколько я помню. Огня, сейчас их мало тупо стало. Вот. Ох ты, что же топовая аура. Короче, знаете, мессинг это уже топ. Это уже топовая аура. Сейчас буду тупо искать мессинг. Бабайка. Кстати, бабайка есть. Опа, Фамис, нифига себе красиво. Это какой? Нестабильная вроде бы. Вроде бы нестабильная называется такая аура. Даже сейчас термометр возьму и изучу. Изучу ее. Мне чисто самому интересно. Например, вот я взял. Это эфирная. Нестабильный. Да-да-да, так и думал. То есть с него будут попадать аспекты. Сюда поставил. Мозги. Не, мозги, он, там спиртус, там не так уж и много. Ерба тоже, спиртус. Ира. В Ире там тоже мало на самом деле. Спиртус. Чё, прям, блин, механик пропустил. Ну ладно. Фабрик. Так, фабрик. Фабрик есть люди. Ну-ка, вот у нас орды есть только, тупо. Сейчас чисто протестим. Фабрик. Сейчас посмотрим. Я не знаю. Возможно, будет тупо топовая аура. Там 30, в принципе, 33 было фабрики. А это у нас топовая чистая аура получилась. Это я тоже сейчас уберу, чтобы было у нас хоть что. Вот они сейчас дерутся. То есть, вот топовая аура. Вот там в конце, скорее всего, я видел, да. Тоже топовая. И вот. Это, скорее всего, самая лучшая аура. То есть они будут драться до нуля. Где по нулю у нас будет, там может спокойно разрушать. То есть никакие ауры не выпадут. И, в общем-то, вот. Даже с двух или с трех не выпадает, бывает. О, сейчас мы ждем, посмотрим. Фабрик у нас топовая будет или не топовая. Сейчас я поищу какие-нибудь еще. Вот. Я хочу конфетку, корпус взять. Корпус я помню. То есть мне один чувак рассказывал то, что то есть, с корпусом у нас... Прям вот full топ, то есть будет только корпус и все, и только он. И он будет, по сути, у нас уже топовая аура. Так, он преобразовался. Мы, да, это мессинг. Получается, я убираю эту. Сана. Вот, нифига, аж на 6 все. Нифига. Ребята, только что, я, знаете, я Менделеев, я открыл новую ауру. Если вы увидели фабрик, много фабрика, то забирайте ее себе домой, не жалейте. Никому не давать, это уже топовая аура. Хоть если будет там, не знаю, 5 фабрик, это все равно, это уже топовая аура. Топовая, даже не надо ничего вот этого скрещивать, вот эту вот фигню, ничего не надо делать. Просто взяли, нашли фабрик, все, у вас топовая аура, абсолютно full топ. Мега офигенная аура. Фабрик, запомните, я просто... Не, я помню то, что как бы надо кормить голодный узел верстаками. То есть, например, голодный узел, я сейчас не знаю, я его вряд ли найду. Короче, узел поставил, и надо в него кидать верстаки. Но можно делать раздатчиком. Вот. Короче, сделал это все, кормишь ее, и так кормишь до 5000. Вот я копил ее так, до 5к. Накопил, и, в принципе, было все нормально у меня. Но заняло это у меня одну неделю, в принципе. Без выходного режима. То есть я не выходил с компа вообще. Вот, то есть у нас 6, все по 6, это уже, это топ аур, блин, механик, а хотя, ну это не фабрик. 100, аж на 100 было, нифига, аур, это фигня. Я хочу найти два аспекта, корпус, Фамис. Так, а Фамис в чем есть? Ну там, нет, там фигня, там фигня. Там получается в Фамисе есть аспект
пустоты. В пустоте есть только пердитио и воздух, поэтому это не так интересно будет. А вот насчет фабрика, это новое прям открытие. Новое открытие тоже было. Вот сейчас пустота была. Опять пустота. То есть новое открытие открыл. Нормально. Возможно, об этом мало кто знал. На самом деле, даже я об этом не знал. Сколько я в Тауме шарюсь, я узнал об этом только что. Охереть. Люксурум. Люксури вроде называется. Такой новый аспект какой-то из апокрифов. Корпус. Все, смотрим. Тут есть у нас... воздух, сейчас посмотрим, сейчас глянем. Мне интересно, там есть корпус, корпус, получается, есть там абсолютно все аспекты, как мне говорили, насколько я знаю. Сейчас мы глянем. Сейчас все соберу, это какахи. Нафиг она вам не нужна. Все собрал. А, кстати, что там вроде порча, что-то с порч. Вот, полотер. Полотер вроде бы он очищает там зону, какую-то область. Пусть почищает. Нам какахи, он спокойно все быстро изучает, чищает в этом плане. Сейчас ждем корпус, мне интересно, корпус. А я, в принципе, сниму уже, у нас есть получше, в принципе. Вот, корпус. Ну-ка, а в корпусе что состоит? Мортус и бабай, и собака. Ну, в принципе, да, по сути, должно быть фул. Там у нас... Ага, у нас тут нет тут одного аспекта. А что это за аспект? Я уже забыл даже. Орда Пердитио, земля, воздух, огонь, огня. Ага. Я понял, то есть нет у нас, по сути, огня. То есть в корпусе надо только огонь, получается, и все. А так я понял, все, хорошо. Там диамант был, вот это там, как лед назвать его, да? Нифига себе, слизи и Nvidia. Nvidia в чем есть, ну-ка? Nvidia есть в... Сенсус. Не, это фигня, это фигня. Хотя... Ну-ка... Да, это фигня. Две Nvidia прям попались. Байка. Свечка. Там огонь и... Воздух. Так, вот это уже что-то новенькое. Что там у нас есть? Не-не-не, фигня. Тоже. Ой, тоже фигня на самом деле. Ничего такого прям сверхъестественного в этом нет. Там тоже было. Так, мета. Мета есть люди. О, инструменту. Кажется, топовое тоже будет, смотрим. У нас там было что? Земля, пердитио и вода. Все запомнили? Земля, пердитио, вода. Это убираем, он нам не нужен. И сейчас тут поставлю земля, пердитио, вода. Так тупо буду так ставить. Посмотрим, что выйдет. Земля, пердитио, вода. Так, кажется. Нет. Земля, пердитио, вода. Тупо в ряд ставлю, знаете, ну пусть дерутся. На самом деле я хотел найти голодную. Земля, пердитио, вода. Опа, красиво было. Чисто, скорее всего. Земля, пердитио, вода. Пусть дерутся. Чего нет. Земля, пердитио, вода. О, на превьюшку надо забахать, кстати, да. Прикольно было бы. Кауры дерутся. А, что там у нас вышло? Топовое. Где есть инструментум, по сути, это уже топовая аура, получается... Погоди, там есть орда, получается, потом в этом есть мозги, это получается орда, считаю, раз, огонь, считаю, два, три, четыре, пять, и нас осталось только пердитио. А пердитио у нас есть в спиртусе, то есть, а в спиртусе есть мортус, а в мортусе есть пердитио, все, получается, в человеке есть уже фул топовая аура. То есть, если есть инструментум или какая-то вот этот человек... то получается, потому что у нас уже топовая аура. Делайте из этих выводы, как вы хотите, но я сделаю из этого один вывод. Берите те аспекты, то есть те ауры, которые вам нужны. То есть, например, вот человек, инструментум, в чем есть мета, мета вроде бы есть, да. То есть, получается, человек это уже фул топовая аура. Ну-ка на превьюшку, так, нормально? Не очень что-то. Вот, блин, была бы команда, которую можно было прописать, и была бы тупо аурами запито все это добро. Голодных, как я понимаю, нет, да? Сколько я уже перебил, то есть это, знаете, это какие-то премии даются нам.
такие же аур. То есть я сколько перебил, у нас нифига нету голодный. У меня уже подвисает, начинает подвисать, по крайней мере. Давай сделаю тупо вот так вот, тупо в разноброс, пусть будет. Все равно на привычку поставлю, в принципе, кто на это смотреть будет. Нормально, нормально. Прикольная привычка, кстати, наверное, получится, я так думаю. Тупо сейчас расставляю все ауры. Надо ночь сделать, чтобы было красиво все. В принципе, красиво и так будет, потому что это же аура обычная. Пирамидку я никакой строить не буду, в принципе, поэтому... Во! Зашибись, конечно. Так, где там ночь? Ночь, давай мне. Нормально? Не, вроде бы, ну как-то, ну так. На самом деле. Так, надо вот эти вот молнии завабахать как-нибудь. Не знаю. Да, там уже, в принципе, я подукрашу немножко. Короче, все. Люксури. А, люксури у нас фигня получилась. Ну все, в принципе, что? Надеюсь, вам понравился этот ролик. Он был очень полезен, познавательным. Фабрик. Ищите фабрик. Кстати, фабрики есть. Кажется, фабрики есть человек, да? Да, есть человек и инструмент. Он тоже фул топовый. То есть, понятно, все само собой. Ищите аспект человека, у вас будет фул топовая аура. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Подписываемся на канал. На паблик, группу, в описании все у меня лежит, поэтому заходим, там текстурпак, в принципе, тоже находится. Все, всем спасибо и всем пока.